Расул Мамедбеков против Марлона Рустамова. Продолжается российско-таджикистанское противостояние в Тольятти. Я не има вот, а май халки тоджикистан боят боша я аулот. Алло када си корчи, ма шодам ки тоджикам худо анди мэру бони халки тоджика оджика. Кам тарнал са бокиски куак ни тоджик бдана ки. Дади гада улатан бгани на и тоджик бдана фарханг. Ана милата на хакикат и гапой арзона ки модам. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 25 лет, рост 176 сантиметров, вес 70 килограммов. Профессиональный рекорд – один бой, одна победа. Он чемпион Самарской области по ММА, призер международного турнира по ММА «Кубок Содружества», представляющий «Арсенал Файтинг» и «Самара ММА Про» из Тольятти. Россия! Приветствуйте! Расул Мамедбеков! Его соперник в красном углу. Бойцу 23 года. Рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов. Профессиональный рекорд такой же, как у соперника. Один бой, одна победа. Он чемпион Таджикистана по ММА, боевому самбо и тхэквондо, представляющий бойцовский клуб «Ахмат Таджикистан» Мафлон Рустамов! Рефери поединка Егор Лумпов. Внимательно слушаем мои команды. После команды «Стоп» прекращаем все технические действия. Правила не нарушаем. Руки пожали по углам. Почему-то никак не начнут спортсмены. Какое-то совещание у клетки, у судейского стола. Ну вот, наконец-то начинается этот поединок. Итак, Расул Мамедбеков, Россия против Мавлона Рустамова. Мамедбеков в красных трусах и в перчатках с синей обмоткой, в то время как его соперник из Таджикистана в трусах черного цвета. Лоу-кик и хай-кик успевает бросить Расул Мамедбеков. Отдают территорию. Пока что не наносит ударов Мавлон Рустамов. Еще один хай-кик по защите. Попытка сделать слэм, и она удалась. Но при этом прихватывает, пытался прихватить сейчас за шею своего оппонента Мавлон Рустамов. Ну, он и прихватил, но только довольно быстро из этой ситуации выбрался российский боец. Из закрытого гарда действуют бойцы. Ну что сейчас пытается сделать Мавлон Рустамов? Выйти на узел плеча. Да, не так-то это и просто поймать на болячку Расула Мамедбекова.
Тем не менее, не оставляет попыток, да, и вот с упорством достойным всяческого, не знаю, как сказать, поощрения, что ли, Мавлон Рустамов пытается ловить. Еще менее ахилла будет делать Мамедбеков. Но это малоперспективный, кажется, это затея. Хотя нет, вот сейчас улучшил свою позицию Расул. И будет выкручивать голеностоп. Но нет. Корпусу наносит удары Расул Мамедбеков. Да, и говорят ему секунданты, что надо выпрямляться. Ну, это для достижения наибольшей амплитуды при нанесении ударов, в первую очередь. Пытался фулмаунт залезть Расул Мамедбеков, не удалось. Да, нужна оттяжка и удары. На этого и хотят от Расула Мамедбекова в его углу. Минута до конца первого раунда. Старается активно защищаться. Боец из Таджикистана. Мавлон Рустамов. Пытался забросить ноги на треугольник. Мавлон Рустамов тем временем обходит защиту. Расул Маунте. Мамедбеков, да, и наконец-то уселся в фулмаунт и пытается забросать на последних секундах и тут же выйти на болевой, на рычаг. Времени может не хватить. Сдается. Сдается на последних секундах. Сдается Мавлон Рустамов. Чуть-чуть не дотерпел, ну и подбадривает его Расул Мамедбеков. Ну, здорово сработал Расул. Забрался сначала в фулл маунт. Показал добивание. И затем здорово прихватил руку. И, честно говоря, я подумал, что уже не успеет довести. Да, у меня начатое. Было такое же ощущение. Ну и наш турнир плавно движется к экватору. Еще 7 боев у нас впереди. Да, ну и главное событие вечера. Завтра Емельяненко, Симон Лайон. Мы ждем официального объявления победителя. Соблюдает весь необходимый этикет Расул Мамедбеков. За что честь ему и хвала. Ну и ждем. Время остановки боя. 4 минуты.